и чаем напоят, и спать уложат. Спасатели МЧС развернули мобильный пункт обогрева в Ивановском районе на 188-м километре трассы М7. Между населенными пунктами Кукарина и Крутово замерзшие автомобилисты могут получить первую помощь, починить авто и зарядить мобильные телефоны. Данный мобильный пункт представляет собой комплекс из двух обогреваемых палаток и полевой кухни, а также двух единиц специальной высокопроходимой техники и квадроцикла. Этот и другие мобильные пункты обогрева можно найти на Яндекс.Картах. Работают они в круглосуточном режиме. Попавшие в беду здесь могут связаться с экстренными службами, пополнить запасы воды. Кроме того, у спасателей есть суточная норма провизии, развернута полевая кухня. Сюда заливается вода, здесь вот находятся бочки. В них готовится еда, так здесь можно готовить и первое, и второе, ну, все блюда практически. Вот так, в принципе, все. На то, чтобы развернуть мобильный пункт, у спасателей уходит около часа. Место выбрано не случайно. Движение по московской трассе оживленное и аварийно опасное. На заснеженных дорогах риск потерять управление и вылететь в кювет значительно повышается. Данная техника используется для буксировки и транспортировки пострадавших на трассе или просто людям для оказания какой-то либо помощи. При ухудшении погодных условий МЧС может установить в регионе дополнительные пункты обогрева. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново, Ивановский район.